Всем привет! Это мир глазами охотника, как всегда я Сергей. Опять сегодня выбрались половить щуку, второй день. Всю ночь шел такой мелкий дождик, лед стал мокрый, немножко взрыхлел такой, как по-весеннему такой стал, рыхловатый, вообще пробивается пешней. Ну, глубина тут небольшая, по пояс. Может, по груди самая большая, так что даже если валишься, ничего как бы страшного нету. Ну, вроде держит пока нормально, так потрескивает, но нормально, уверенно как бы ходишь. Ну что, будем пытаться сегодня опять ловить тут щуку. Лунки даже новые не пришлось сверлить, старые покидали щупаковки, затемно сегодня приехали. Ну что, смотрите, что будет дальше. Так, сработала щупаковка. Я услышал, как сработало. Так, теперь найти только какая. Странно, я же слышал. А, вот она. Я же говорю, слышал. Так, ну вроде не мотает. Вроде не мотает. Его не мотаешь. Так, в сторону утянуто. Так, есть. Иди сюда. Опа. Ну вот он, первый щукарик. В принципе, неплохой, товарненький. Хе-хей. Тихо, 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 тихо. О, отлично, сам выплюнулся. Вот такой вот. О. На эту, кстати, еще упаковку вчера было дофига поклевок. И карасик целый остался, отлично. Глубина, о, какая здесь. Вот такая. Вообще тут мелко. Все, подо льдом. Ну что, первая щучка. Зачетная. Желтенькая такая, пузатенькая. Кстати, кто не смотрел вчерашнюю рыбалку, смотрите на канале обязательно. Отличная просто была рыбалка. Давно тут таких рыбалок не было на этой луже. Тягни! Хватает. О, ничего такая. Давай, 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 давай. Аккуратненько. Хорошая. Хорошая. Смотри, покоцанный хвост, да? Покажи. Видишь, на моей щупаковке нормальная рыба клюет. А, ну кто сомневался? А покажи с хвост. Что-то у меня с хвостом такое. Где-то под винт, может, какой попал, может. Или что, может, какая выдра ловила. Ну это полтораха стабильная, может, больше даже. А, на маленького этого живчика, дай пузырю. Ну, это нормальный пацанчик. Ну, даже не 300, может 250. 200 такое. Сравнивать с вчерашним, что самый большой был 200, то этот может и 300. А, вчера ты взвешивал 200, да, был? Да. Ну, может, не знаю. Мне кажется, ну, грамм 200. Ну, хороший, да. Его, Горбачок. Его отпускай его. Смотри, опять та же самая. Чё? Леска застряла в этом? А тогда нихера тут не будет.
Пузыри идут. Есть? Подсекай, ёпта. Нормальная маленько. Стандарт с этой лунки все такие. Все, все по одной. Батя, тут две. Две и окуня. Батя, твой вообще. Офигел. Ну этот жилец, если ты его поставишь, то он уже две щуки этот жилец поймал. Ну-ка достань. Хва, где твои щипчики? Нет, ты достань, он вроде ж, это не зацеплено было. Ты же, бля, держи, ну. О! Работаем. Ладно. А, да, мышка? Несется. Смотри, переставили и сработало в кустах. В траве. Значит, не зря переставили уже. Стоять. Что? Сошла, да. Зашла, я бы сказал, в лунку. Видишь, где она стоит? Где 20 сантиметров воды, там она и стоит. Так, загорелась сработка. Я вообще ее далеко услышал. Смотрим. Так, мотает. Сдалека вижу, мотает. Блин, еще как назло, самая дальняя. Не самая дальняя. О, мотает, мотает, хорошо мотает. Блин. Мотает. Горчит. Жесткий. Ой-ой-ой, хорошая. Тихо, тихо, тихо. Опа. Хорошая. Пец ее далеко услышал. Тут на мелководье. Все на мелководье сегодня берут. В принципе, и вчера 70%. Вот такая. Желтенькая. Класс. Такой щукарь. Отличный вообще. Блин. В общем-то шел. Там живца повесил. Где только что словил еду, обратно смотрю. Сработавшая. Ну, непонятно, что тут. Не мотает пока. Смотрим. Че тут, да как? Ну, с этой лунки стандарта вот такая, третья уже сегодня. Стандартная. Грамм такая под 700. Вот такая. Стандартизация местной лунки. О, щука руку укусила. Чуть-чуть рано, долго не заживая. Ну, точнее, недолго не заживает, плохо заживает. Чё? Сейчас
Сбило, да? А что там, словили еще одну? Ну. Хорошо? Я две словил. Когда? Ну вот одну, а потом вторую. Что, сейчас недавно поклевка была тоже? Ну, пошел вешать и назад иду поклевка. Карась, короче, один карась словил три щуки. Одного живца три щуки словлено. Так надо экономить живца. Аккуратненько. Эй, это моя! Ушла, походу. Хорошенькая тоже. Нет, надо. Да. Живец надо. Надо, надо. Вот такая. Ну это стандарт сегодняшний. У меня все практически. Вот Вася единственное, что поймал такую за килошку. А все примерно килограммовики. Вот такая красотка. Ну да, вчера был твой день, сегодня мой. Нормальное дело. Нормальное, да. Блин, не успел добежать до тебя. Ну, ну такая же, да? Такая же самая сегодня. Все одинаковые. Хоп-хоп-хоп-хоп. А быстро так бежит, слушай, да? Не мотает. Посмотри, как ее скинуло. Ага. В сторону. Вот уже леска перехлестнула, серый, смотри. Все. А, леска перехлест. Точно? О! Я видел ее маленькая. Вася достал стандарт. Переставили все щупаковки на мелководье под самый берег, в самую траву. О, загорелась прямо на глазах. Беги быстрее, быстрее беги. Да-да-да-да. О! Не мотает. Есть. Ой. Это совсем мелкая. Красавица, какие жабры у нее красивые. Красные. Класс. Все, плыви. Давай. Давай плыви. Плыви, а то съем тебя. Все, пошло. Да, посмотрим, вдруг она опять клюнула, эта мелочь.
пока не забирает леску. Не, это уже другая стихия. Ты вся толстая такая, нажранная. Я вчера две почистил. В одной одна была 400 кило, в ней была щука грамм на 200, а вторая была где-то вот такой, может чуть больше, в ней была плотвина такая грамм на 100. Жрет она, короче, сейчас нормально, аппетит хороший. Вот эту щупаковку мы только что переставили в траву, вот буквально, вот такая глубина, и вот видно трава подо льдом, вот она, видно трава, и вот уже вторая сработка, а тут стояла, молчала. Короче, лед все больше и больше потрескивает. Не знаю, как это мы... До вечера, наверное, не досидим, я чувствую. Поедем раньше. Расскажу по-быстрому, как щупаковки сделаны. Раритетные. 20-летние, наверное. 20-летние поводки. Не, ну, поводки, может, уже менялись, но тоже уже посгнили вот тут. Привязан, лишь перевязан. Груз скользящий. Тут должна была быть бусинка, но она... тоже уже развалилась, отвалилась. Двойник, должен быть тройник, тоже отвалился. Деревяшка такая, обычная катушка, вот Гродно написано. Тут должна быть гаечка, катушка подпружинена, проволока, пружинка от тросика, ну и флажок. Ничего сложного, конструкция предельно простая, служит уже долгие годы, и кучу рыбы на них переловлено. На глазах сработало. Чё? Нифига не подходи, а как мне тебя снимать? О! Ты давай слови. Возьми да слови. Я словил уже себе одну. Полукилограммовый окунь. О, да. Ну, это 200 грамм. Я вчера такую с желудка достал. Сейчас не, проседает. Не подходи близко. О, нифига, она так... Надо было как-то поаккуратнее. Лунки, он так, вода ходит. Короче, ходим сейчас, не знаю, еще, может, немножко побудем. И будем собираться. Короче, до первого нырка. Первый ныряет, и сразу все собираемся. Я не видел. Вроде. Вроде крутило. Или крутило. Ну так от в сторону, да? Леска. Ух, блин. Тут лед вообще такой жиденький. Что, была? Холостейшн, поклевка. О, вообще каша, слушай. Ну. Как весенний. Короче, как договорились, до первого этого. Аквалангист. Да. До первого дельфина. Да. У него шипованная резина, он ездить не может. Я видишь, как скольжу. Как балерина.
Не, как этот. Как Волочкова, короче. Ау. Ножик. Вся в пиявках. Покажи ее. Ладно, будем аккуратно действовать. Ты ее я тоже ее видел. Такая. Ну, жманы стали клювать. Ну, это, скорее всего, она и клювала. Ну, это такая же вот, как я достал, да? Да. Ну что, давай булькнем? Давай. Нормально он так. А под берегом вообще же полная жопа. Ну, бери живца, я возьму это. Все, короче, решили... Решили, что пора собираться, потому что вообще уже стрёмно ходить. Лед прогибается, рыхлый. Купаться неохота, вода какая-то холодноватая. Все, будем собираться, может еще что-то клюнет. Как бы хочется напоследок увидеть поклевку. Две последние поклевочки. Не факт, что последние? Короче, ничего нет. Пойду я оттуда стану. А тут должен быть трофейный щупак. Ну тут даже ничего не отмотало. Завела, короче, в корчи. Не, живца посекла чуть-чуть. И все. Ну все, собираем последние щупаковки. И сваливаем по холодку, пока никто не скупнулся. Ну, в принципе, отлично отловились. Больше 10 щук взяли, не знаю. Ну, около 10, Вася там около 4. Ну, нормально в итоге. Несколько отпустили. Вообще поклевок тоже было много. Но сегодня, наверное, реализация была получше, чем вчера. Но погодные условия не дают доловить до вечера. Все. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодье. Что? А, я тут разговаривал просто с людьми. Я был занят. Сикаешь? Я скажу, не трус, но я боюсь. Хотя я рано, наверное, сказал, что никто не ввалился, еще мы до машины не дошли. Вот взвесишь этого щупака, интересно, сколько он. Я думал, что это тоже 200 кило где-то. Хвост у меня, да. Трепанул кто-то.